Сегодня к нам пришли мальчики из команды Adidas, которые постоянно приходят нам на чемпионаты Non-Pro. И сегодня они пришли поддержать ребят на школьном чемпионате юных геймеров. Что вы можете сказать? Ну, то, что нужно больше играть в Доту, получать много опыта и быть профессионалами, и ходить на Non-Pro, Pro, и голосовать, чтобы не было банлиста. Тогда будет очень все хорошо, все будут довольны и радостны. Адиль занял в City Varsity 3-е место своей командой. Нам чуть не повезло. Мы могли выиграть, если бы не наша чрезвычайная повышенная самооценка каждого игрока. Ну, также хочу, то, что сказать, что у нас были хорошие игроки, такие в лице Семена и Сингильды Равдена, которые нас тащили. Была у нас тогда опытная команда, правда, мы после City Varsity распались. Не получилось дальше нам сыграться. Вообще, как думаете, такие школьные чемпионаты, которые мы стали проводить, развивает ли киберспорт действительно? И это хорошо то, что ребята приходят и участвуют в таких школьных чемпионатах и тем самым подготавливаются к Non-Pro. Скажите свое мнение. Да, киберспорт будет развиваться, надеюсь, еще лучше. И Сейчас посмотрим. Что нет. Наоборот, школьные турниры. Ну, они помогают среди своих ровесников, но они не получают такого опыта, может, они приходят сюда с большой уверенностью. Они должны такой же уверенности преобладать на Non-Pro или на Non-Pro турнирах и больше участвовать. Тогда у них будет, ну, опыт с командами, которые они будут знать, как же как играют, и повысить свой уровень на следующий. На их своего Dota у них будет. Что пожелаете своей команде? Ну, я хочу пожелать своей команде терпения, и также, чтобы у них самооценка чуть пониже стала. И также, чтобы больше тренировались и были побольше уверены в себе.